Кот рыжик, тот еще гуляка, несмотря ни на что. Как бы хозяйка домашнего мини-приюта Людмила Чернецкая не пыталась оттягивать время и уйти от проблем, им никак никуда не удается. Рыжик опять пришел с разорванным ухом. Никак женщина не может привести в порядок этого кота. Это, если помните, тот пушистый котик, который остался, так сказать, в наследство с домом. К сожалению, удержать дома его невозможно. А сейчас еще и кошки загуляли. Домой он приходит регулярно, кушает, отдыхает, а потом опять гулять. Он сейчас с такими проблемами, ему просто нельзя на улицу. В ушах дыры и гной, все течет, да еще и оглох мальчик частично. Ребята, нам опять нужна ваша помощь. Помогите кастрировать этого гуляку. Ну и надо срочно показать его врачу, так как гной идет прямо из ушей. Оттягивать это дело больше нельзя. Людмила Чернецкая начала колоть ему антибиотик, но что-то он не помогает. Предполагает волонтер, проблема совсем в другом. Нам необходим осмотр. Ну и сразу кастрация. Может, хоть как-то будет возможно задержать его дома. Пожалуйста, помогите. Волонтер говорит, что прекрасно понимает, что нас таких очень много, и у каждого волонтера куча своих проблем. Но без вашей помощи нам просто не помочь животным. Ну и сами понимаете, волонтер живет в селе, это 30 километров от города и вет услуг. В любом случае это вызов такси, даже если не вызывать врача на дом. Это нужно покрыть еще и дорогу, не только эта услуга. А может быть его надо оставить хотя бы будет на пару дней на стационаре. Значит, нужно будет опять возвращаться в город, и опять это будут лишние траты.